патріотами нашої Молдови. Я не скажу членами партії, та пусть не залишають, але патріоти мені обов'язані любити нашу родину. Ми їм вручимо наші часи партії. Дівчинку звати Людмила. Меня зовут Людмила Ковтанюк. Я хочу поблагодарить Владимира Николаевича за то, что у нас в Молдове есть такая партия, за то, что вообще есть Владимир Николаевич. Я молодая комсомолка. Дальше я хочу быть коммунисткой, настоящей. И хочу, чтобы наша Молдова была свободной, а не чтобы она была закрытой. Большое спасибо.